Че стоишь? Мне холодно! Нахуй! Ты прикидываешься, что ли? Карл, она открыта. Наябл, блядь. Ты сам себя наебал. Печку, шапку. Ты сигами пахнешь. Вкусно, что ли? Говнище. А, нормально. Давай потом досмотрим. Сейчас договорим. Молодежка, а старешка не идет. Все. Удачно просмотра тебе. И это... Удачи выспаться. Хаюшки всем, с вами Саша Джиггернаут. После вот такого большого отдыха снова опять решил записать вложик. Он, наверное, будет продолжительностью около, не знаю, 4-3 недель. У меня еще сломалась машина, видимо, поэтому еще я ничего не снимал. Да мне пока не холодно. По сути, это же головной убор, а не ручной убор. Говорит, короче, если февраль теплый, то весной пиздец будет. Это... Бабульческие приметы. Это точно, сейчас тепло, блин. На этой неделе обещали тепло, а потом потекло. Пам-пам, всем привет, ребятюни. Сука, с нами ночь со злом. Ставлю полный бонг на стол. Она летит с нуля на сто. В огне вишневый джей. Под небом он свежей. Yeah. Она знает, кто я. Плюс она не любит море чувств. Все, иди, не мешай мне. Блять, весь в волосах. Ладно, похер. Побрею кофту потом. Как тебя так занесло? У подруги нету слов. Ты летаешь на притонах, когда там есть вещество. И меня не было на ютубе около 3 недель. Ну да, я понимаю, что были времена и похуже, когда там меня и несколько месяцев не было. С чем это вообще было все связано? С такими не целуюсь. Я уже вторую неделю нахожусь сейчас без машины. Получается, масло из коробки. Там одну, короче, прокладочку выдавило резиновую. И оно попало на сцепление. И все, и пиздец. У меня, получается, сцепление буксует. И я вот еле-еле как ее с парковки, ну, переставил сюда. Отец мне, в общем, сказал самому туда не лезть. К мастерам пока не ездить. Надо еще узнать, откуда масло течет. Либо с коробки, либо с двигателя. Что тебе надо? Что тебе надо? Сделай один вдох и осыпайся листопадом. Сегодня 27-е, 29-го он уже приедет, поедем уже все как бы в мастерскую и, надеюсь, уже все, с машиной как бы у меня больше проблем не будет. Я каждый день с тем в кепке, спроси у тех, кто в мини, что... Подросла она, кстати, еще больше стала, ей вот скоро уже годик будет. Все, из-за того, что у меня сломалась машина, прекратилась съемка тутера. Да, ребят, я хотел начало записать в реальной жизни, а для этого надо было съебаться кое-куда за город, вообще в заброшенное место. Там, ну, прикольненький сюжет будет. И хотелось так, чтобы сюжет, допустим, из танков как-нибудь пересекался с реальным, то есть сюжетом, с реальной жизнью. Моя база батискаф, Джанг снимает с лоха скаль, Деза, делай свое дело, пусть славой хранит. Но я залетаю в Эрмитаж, Йоши, Ямамото, бойсы в моем номере винтаж. Я вижу Джанки Кил, Костя, набираю, намирай, вены черная дыра, я Дила, кожа крокодила и осиновая трубка. Но машины нету, я сижу дома, нихуя не делаю. Все это время я играю в Fallout 4. У меня там уже наиграно около 150 часов. Ну да, для кого-то это может быть фу, мало, я и в Доту, и то больше играю. Эти дни суета, и суббота ждет тебя, опьяняет любя, обнимает до утра. Говорим обо всем, да горим одним огнем. Вот, и сейчас только что меня позвали в ночной клуб. Да, кстати, я что-то скуривался в последнее время, пить начал. Понимаю, это как бы не повод для того, чтобы чем-то хвалиться или радоваться. Просто ребята как-то
Может, кому интересно. Я сейчас кошку отпизжу свою. Под небом он свежей. Она знает, кто я, плюс она не любит твоих чувств. Хватит на целое море вьюг, нам еще больше ищ. Я таскаю, то не видно, и она любит платье. Скачет на нее все, когда они мне пивают. Мы катимся по центру с ней, всю жизнь я был один. Яблоко процентов 7, я выхаю никотин. Я кручусь лишь для нее, все эти чувства для нее. Стану пеплом для нее, рядом с ней тает лед. И да, ребята, что еще по поводу работы? Осенью я записывал влог, ну это были покатушки, что якобы я там уже все буду искать работу, там вся херня. Первые 2 месяца я пропинал хуй, а потом уже, когда начал ее искать, ее нету, то есть, ну да, как бы можно в любое время пойти грузчиком или еще что-то там, опять же, тем же самым продавцом-консультантом, вот, но, ну это как бы сбитый вариант, то есть это уже прям самый крайний случай. Я верю только ей. Я еду только к ней, в огне вишневый день, под небом он свежей. Многие ожидали, если я как бы не буду работать, то есть, что у меня будут прям просто там чуть ли не каждый день видео выходить, а все получилось точностью наоборот. То есть, да, я, ребята, ничем не был занят, я уже, грубо говоря, около 2 месяца не захожу в танки. Я ломаю черепа, меня принимает ма. Я читаю, но не вынимаю джойнт изо рта. Он горит, это суицид, тело полегло. Мои демоны звонят мне на трубу, и я кричу, и я кричу, алло. Я вставляю... Так, кстати, сегодня 27 февраля, год назад ровно. Я первый раз полетел в Питер. Бля, такой нос, ты же серьезно. Меня зовут, голоса меня зовут. У меня все, что тебе надо. Сделай один вдох и осыпайся листопадом. У меня все. Ладно, ребята, кто вы там из подписчиков остались, еще раз извиняйте, что не так часто радую вас видео, если у вас это вызывает радость какую-то. Больше, надеюсь, такого не будет. Хотя, может, я опять буду в запой уходить. Ну да ладно, то есть видео с пьянок, я вам обещаю, будет. Вот, увидимся.